Люди, какие у вас цели? Ответьте сходу, пока мысли не улетели. Какую выбираете дорогу? К чему мы идем? Какие ваши вопросы? Почему или зачем? Освободите разум, прислушайтесь к сердцу, кто что хочет в первую очередь. Денежку или с именем кружку, любовь или дружбу, порядочность или алчность, корысть или милость, доброту смотрящего рядом засыпающего или тить в ладошки искусственной кошки. Или все сразу желаете, так что потолще, побольше, запросы шампань запиваете, осетровую из зубов выковыриваете. Или миленько чаек прихлебываете, хрумча баранками с маком, звоните по вечерам мамкам, прихлопнув Стасика тапком. Что за разделение кардинальное, не пустые же наблюдения, хоть и банальные. Кто-то рвет яблочки, кто-то мешает чан кипящий. Ну а вы, товарищи, инфернальные или парящие, честные или лгущие, добрые или бунтующие? Почему мы по классам идущие не разделяем сущие, среднячки посередке, помолчат в сторонке, снизу тем более не вякай, протри в коробке картонной тряпкой, сверху там потихо воруй, просто делись и обоснуй, когда надо, и тоже помалкивай. Вроде в тисках, а вроде свобода, как слово, так и выбора. Ну а где основное? Что бы вы выбрали? Какие такие цели, меркантильные или ценные? У слов много значений, как и понимание их же. Мы ведь пришли сюда ни с чем, так и уйдем. Вопрос тогда совсем другой. Что оставим, что передадим? Кто унаследует наше с вами ничего? Тлен, озорное прошлое. Кто даст спокойное будущее без цели идущим?